Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале «Кухня без фанатизма». И на нашем канале вы найдете много рецептов низкокалорийных блюд, с помощью которых можно похудеть. Мой муж похудел на 50 килограмм, а я на 31. И сегодня я буду готовить очень вкусный завтрак и необычный из овсянки. Начинаю готовить. Я в кастрюльку налила 2,5 вот такой чашки воды, довела до кипения. И отправляю сюда одну чашку овсяных хлопьев. Хлопья довели до кипения и готовим 10 минут. За 2 минуты до окончания приготовления я добавляю грибную приправу, но это не обязательно, это по желанию. Также в это время можно солить по вкусу. И добавляю 2 яйца. Готовлю еще 2 минуты. Яйца хорошенько перемешиваю. И теперь каша готова. 10 минут прошло и 2 минуты с яйцами. Все, теперь я добавляю сюда 60 грамм сыра, натертого на сырке, натертого на терке. Значит, сыр можно брать любой по своему вкусу. Главное, чтобы он был как можно менее низкокалорийный. Перемешиваем всю эту красоту. Накрываем крышкой, оставляем на пару минут. И ждем, когда сыр расплавится. Ну вот, друзья, мой завтрак из овсянки готов. Такую овсянку можно есть, есть и есть. Никогда не надоест. Очень вкусно получается. На 100 грамм такой овсянки приходится 79 килокалорий. То, что я приготовила кашу, там всего-навсего 3 порции. Одна порция 300 грамм на 238 калорий. На 233 килокалории, друзья. Значит, если добавить 5 грамм сливочного масла, это будет 260 килокалорий. То есть можно взять еще один маленький кусочек хлеба, и будет прекрасный завтрак. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом и до встречи в следующем видео.